Здравствуйте! Ну вот мы снова с вами встречаемся, и на этот раз я хочу предложить вам вот такие пенилочки связать со мной. Один я связала с отворотиком, впереди вот такое вот украшение, подушевка наша со швом внизу. Я использовала два цвета нити, вверх выполнен резиночкой, ну и здесь такой вот хвостик сзади. Подушка 10 сантиметров, ну, не забываем, что она тянется. Она может быть и на 9, и на 11 сантиметров. Так что вот такую вот красоту сегодня мы с вами свяжем, девочки. Для работы я использовала два цвета нити. В этом мотке 160 сантиметров на 50 грамм. В этом мотке 50% полиакрил, 50% полиэстер. На 100 метров 310, на 100 грамм 310 метров. То есть 155 метров получается в 50 граммах. Вот такими цветами будем сегодня вязать. И спицы я взяла 2,5 сантиметра. Чем тоньше пряжа, тем тоньше спицы. Еще нам нужны будут ножнички и крючок для сшивания. Итак, приступаем к вязанию. Набираем на спицы 37 петель. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Набираем 37 петель. Провязываем первый ряд лицевыми петлями. Вяжем второй ряд. Первую петлю снимаем, вторая лицевая петля, накид 16 лицевых, далее накид, 1 лицевая, накид, 16 лицевых, снова делаем накид, 1 лицевая и кромочную провязываем изнаночной петлей. Следующий ряд вяжем все петли лицевые, накид провязываем за заднюю стеночку, как бы переворачивая петлю. Далее вяжем все лицевыми петлями, накиды провязываем за заднюю стеночку. Вяжем следующий ряд. Первую петлю снимаем, провязываем далее 2 лицевые, накид, 16 лицевых, накид. 3 лицевые, накид, 16 лицевых,
накид, 2 лицевые. И кромочную я провязываю изнаночной петлей. В следующий ряд вяжем все петли лицевыми. Не забываем про накиды. Далее вяжем. Первую снимаем. 3 лицевые. Накид. 16 лицевых. Накид, 5 лицевых, накид, 16 лицевых, далее накид, 3 лицевые. И кромочная изнаночной петлей. Далее вяжем все петли лицевыми. Накид вяжем за заднюю стеночку. Вяжем до конца лицевыми. Вяжем последний прибавочный ряд. Первую снимаем. Далее вяжем 4 лицевые. Накид 16 лицевых. Накид 7 лицевых. Накид 16 лицевых. Накид 4 лицевые. Далее вяжем все петли лицевыми. Еще мы провяжем 3 ряда лицевыми петлями. Лицевыми, лицевыми и лицевыми. Возвращаемся к этому хвостику и посчитаем, чтобы у нас хвостик, когда будет у нас с правой стороны, чтобы у нас здесь было 6 рядов бирюзовыми. Бирюзовая ниточка, чтобы было 6 рядов. Вяжем еще 3 ряда лицевыми петлями. Так, вернулась к этому хвостику от набора петель. На спице у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И общее количество петель у нас 53. Теперь берем белую ниточку и вяжем белой ниточкой 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, чтобы у нас получилось 5 дорожек. Одна дорожка образует 2 ряда. 10 рядов вяжем белой ниточкой без прибавлений, просто лицевыми петлями. Итак, вяжем 10 рядов. Так, 10 рядов у меня провязано, 6 рядов у меня бирюзовой ниточкой провязано и 5 рядов беленькой ниточкой провязано. Теперь я беленькую ниточку отрезаю, потому что она мне нужна будет уже вот здесь, вот повыше. Поэтому я не хочу, чтобы она у меня тянулась. Поднимаю бирюзовую ниточку.
Первую петлю снимаем и провязываем еще 20 петель с кромочной 21, начиная с лицевой петли. Лицевая, следующая, изнаночная. Лицевая, следующая, изнаночная. То есть вяжем резиночкой 1 на 1. 21 петля. Так, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Далее вяжем 11 петель резинки, продолжая вязать резинку правильно. У нас изнаночная здесь закончилась. Далее вяжем 11 петель мысика резиночкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, последняя 11. И здесь у нас также 21 петля. Следующие две петли мы провязываем одной изнаночной. Разворачиваем работу и вяжем, которую мы две петли с ним вместе провязывали, мы ее не считаем. Мы просто переснимаем на правую спицу. И далее вяжем резиночкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующие две мы провязываем одной лицевой. Переснимаем ее на левую спицу, разворачиваем. В счет мысика кромочные, которые мы провязываем по 2 вместе, в счет не входят. Далее вяжем средние 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. По лицевой стороне провязываем 2 вместе изнаночной. Разворачиваем. Переснимаем. И вяжем 11 петель мысика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее вяжем по изнаночной стороне 12-ю, 13-ю. 2 вместе одной лицевой. Разворачиваем и вяжем 11 петель мысика. По лицевой стороне 2 вместе изнаночной. То есть мы провязываем только 11 петель мысика, а боковые, которые у нас по 21 петле, мы их потихоньку убавляем, провязывая по 2 вместе. И убавляем до тех пор, пока у нас полностью на спице вместе с кромочными будет 37 петель, то есть начальный набор петель. Итак, вяжем дальше. Считаем петли, чтобы было 37 петель у нас на спице. Итак, у меня на спице 37 петель. Последнюю петлю я убавила с правой стороны. И далее вяжу резиночкой. Довязываем до конца мысик. Далее у нас идет петля, которую мы провязывали 2 вместе. Мы, тут у нас мысик лицевая, а далее мы вяжем изнаночной.
И продолжаем вязать резиночкой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Последняя лицевая и кромочная. И теперь вяжем резиночку. Последняя кромочная изнаночной петлей провязывается. Ну и теперь мы вяжем резиночкой на ваше усмотрение. Смотрите сами, сколько вам нужно провязать. Я примерно посмотрю, сколько у меня провязано. Где-то 6 сантиметров. 5 сантиметров у меня провязано. Ну вы смотрите сами, да, сколько вам вязать. Может, вы повыше хотите. Может быть, вы сразу закроете. Но я провязываю 5 сантиметров бирюзовой ниточкой. Ну, а затем я чередовала через каждые 4 ряда беленькая, бирюзовая. И затем я сделала пару рядов, 4 ряда, вернее, лицевыми петлями. И закрыла наш пинеточек. Ну, а пока давайте вязать резиночкой. Так я провязала. У меня получилось. Так, сколько тут? 5, почти 6 сантиметров по высоте, так точно, как я здесь провязала. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону и далее вяжем также резинкой 1 на 1, только белой ниточкой, начиная с изнаночной стороны. Потому что при отвороте это будет у нас лицевая сторона. Вяжем также резиночкой. Провязываем туда-сюда, туда-сюда, 4 ряда. Затем бирюзовые 4 ряда. Сейчас мы беленькой вяжем, потом бирюзовой, потом опять беленькой, опять бирюзовой. Провязываем по 4 ряда двумя цветами. Чередуя 4 ряда и меняя цвета. Итак, у меня провязано 4 ряда белой, 4 ряда бирюзовой, 4 ряда белой и 4 ряда бирюзовой. Теперь бирюзовую ниточку я отрежу, оставив кусочек для сшивания. И далее провяжу 4 ряда беленькой ниточкой, но все петли провяжу лицевыми. Провязываем лицевыми, 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 лицевыми и закрываем все петли по изнаночной стороне. Провязано 4 ряда, 2 дорожки. И по изнаночной стороне мы закрываем все петли.
Открываем дальше. Отрезаем ниточку. И наш пинеточек связан. Осталось теперь нам его сшить. Вот такой пинеточек у нас получился. Разворачиваем на лицевую сторону. Кому удобнее, значит, можете иголочкой сшить. Будем сшивать, только полосочки соединяйте ровненько, чтобы было все ровненько. Можно взять здесь две ниточки, потому что здесь и бирюзовая идет, и беленькая, будет незаметно, чтобы кончики заправить. Беленькую можно отрезать уже. За косички берем и сшиваем. Так, сшили мы до конца. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону и продолжаем здесь вязать, вернее сшивать беленькой ниточкой. Тут у нас кончики остались, мы сошьем беленькой ниточкой дальше. Я свяжу и заправлю сюда, на изнаночной стороне. Так, ну здесь вот можно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, расслоилась. Вот сюда вот можно их. Смотрите так, чтобы оно не было слишком заметно. И чтобы на изнаночной стороне тоже аккуратненько выглядело. Чтобы не торчали нитки нежелательные. Так,
Ну и здесь мы тоже сошьем. У нас ниточка еще осталась от набора петель. Я стараюсь кончики оставить побольше. Мало ли где они нужны будут при сшивании. Лучше я какие-то 10 сантиметров отрежу, чем потом куски добавлять, чтобы сшить. Так, и пару стежочков назад вернемся. И сшиваем подошву. Сшиваем так до конца. Ну вот и все. Выворачиваем на лицевую сторону. И вот наш пинеточек готов. Так, теперь вот у нас сзади шов. Если вы хотите такой вот хлястик сделать, то я взяла вот такую ниточку и набрала здесь вот по краю, где вот начинается бирюзовая ниточка, 5 петелек. Ой, крючок взяла спицами. Можете, в принципе, и крючком сделать. Так, 1, 2. Третья, чтобы была прямо здесь на шве. 3, 4, 5. И провязать несколько рядов просто платочной вязкой, все время лицевыми. Какой высоты вы хотите, такой высоты и вяжите. Все, и можно закрыть. Перегибаем на изнаночную сторону и сшиваем здесь. Кончики прячем. Ну, как шить оно, надеюсь, вы знаете. Или иголочкой, или крючочком тут мы сшиваем. А как я сделала цветочек, самый простой цветочек, который вы можете найти в интернете, я связала, и у меня такая вот пуговичка была как раз под цвет нашего пинеточка. Здесь 5 лепесточков. И на пуговичке у меня 5 лепесточков. Потом я взяла ниточку. Вот обыкновенная ниточка, которую мы вязали беленькую. Просто
взяла в одну и вот начала ее скручивать. Скручивала, скручивала, скручивала. Один кончик кто-нибудь вам пускай подержит, а второй скручивайте. Ну, разу 8-10. Скручиваем, скручиваем, а потом вдвое. Раз, и вот у вас скрутилась вот такая вот, ну, подольше скручивать надо. Вот такая получилась вот крученная веревочка. И затем этой веревочкой я взяла крючком и вытянула. Сейчас я скручу, потом покажу вам. Так, вот я скрутила. Теперь с изнаночной стороны ровненько, чтобы оно никуда не сунулось. Так, вытащила. Опять же поправляем внимательно, смотрим. И вторую на лицо. Если кого две дырочки, так еще лучше. И вот так вот затягиваем. Делаем бантик. Лишнее отрезаем. Лишние кончики отрезаем. И потом я взяла иголочкой и с изнаночной стороны пришила. Вот и все. Вот и все, наши пинеточки готовы. Вот этот пинеточек мы с вами связали, этот я связала сама. Вот такая красота у нас получилась, девочки. Кому понравились пинеточки такого фасончика, вяжите. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Как вы видите, я очень часто добавляю видео. И следующий урок будет не менее интересный. Поэтому подписывайтесь. Жду вас на своем канале. До свидания. Всего вам доброго. Удачи в вязании. Хороших вам покупателей, хороших вам клиентов. Пускай ножки ваших деток, внучек, внуков будут всегда тепленькие. Дай Бог им здоровья, чтобы они не болели. И до новых встреч, девочки. До свидания.